25-й юбилейный семейный праздник «Мама, папа, я, спортивная семья» собрал 12 шадринских семей. В спорткомплексе «Олимп» прошел муниципальный этап спортивных эстафет. Традиционно команды состояли из родителей и одного ребенка. Им предстояло пройти 4 веселые эстафеты, а также сразиться в конкурсе капитанов. Самая сильная, ловкая, а главное удачливая команда представит наш город на областном фестивале, который пройдет 29 мая в городе Курган. Символично, что среди членов жюри были многократные участники и победители прошлых соревнований. Так, семья Базановых принимала участие во втором по счету фестивале, а семья Валько выходила на старт 5 раз. Становилась победителем шадринского этапа и участником областного. Как рассказала Елена Валько, желание участвовать возникло у сына Влада, а решение принимали путем голосования на семейном совете. Если двое из команды «за», то, значит, и папа наш офицер прыгает на мячике. В первый раз он, конечно, нехотя это все у нас принимал участие, но потом вошел в азарт, и мы съездили еще и в Курган, поучаствовали, и там выиграли. А призы, которые мы выиграли на протяжении всех вот этих участий, у нас до сих пор. И мы это очень вспоминаем, все так с радостью. И велотренажеры, велосипеды для детей. Находясь за судейским столиком, Елену не покидает желание вновь поучаствовать в веселых эстафетах. Прошло уже 15 лет, ну прям вообще вот этот азарт, он все-таки так и остался, прям хочется выйти и снова поучаствовать. Соревнования веселые, шуточные, на ловкость, быстроту, так что... Не знаю, очень мне нравится это все, вся эта задумка. И я очень рада, что я попала на юбилейные эти игры 25-летние. А хотя мы участвовали, когда были 10-е юбилейные игры. Проехать лежа на скейте, сбить палкой огромной кегли и прокатить папу на огромных шарах требовало от всех участников команды слаженной работы. Отметим, что в этот раз организаторы внесли изменения в конкурс капитанов, поэтому участие в нем принимала вся семья. Папе, одетому в большие штаны, предстояло поймать мячи, брошенные мамой и ребенком. По итогам всех конкурсов первое место и право защищать честь Шадринска на областных соревнованиях получила семья Потаповых. Глава семьи Дмитрий является военнослужащим, мама Евгения – медицинский работник, а сын Макар учится в школе номер 4 и увлекается карате. Вся семья очень спортивная и принимает участие уже не первый раз. Мы участвуем уже четвертый раз, вот три раза с дочерью, четвертый раз с сыном выступаем. Все очень здорово, спланировано, все сделано хорошо. Сложных конкурсов не было, так как мы спортивная семья. Ребенок очень хотел первое место. И первый раз в этих соревнованиях участвовал, безумно доволен. Потому что со старшим мы занимали вторые, третьи. И вот он готовился. Спасибо всем, кто за меня болел и за нашу семью. На втором месте победители прошлого года – семья Трефиловых, на третьем – Труфановы.